Да, ребятки, я понимаю, но цены на видеокарты летят только вверх, дефицит видеокарт только вверх, и, к сожалению, на это есть ряд причин, о которых мы сегодня и поговорим и посмотрим по графику, насколько уже повысились в процентном соотношении видеокарточки. Салют, people, с вами Human, минус один майнер, минус один перекуп, и, естественно, потратится, как всегда, глоточек полезной и вкусной информации для вас. Погнали. Да, я понимаю, что данная весть вновь не согреет вам душу, но что поделать, я не привык носить розовые очки, чего и вам не советую. И в итоге, да, согласно новым данным от 3D центра, которые мы достаточно часто используем для пруфа информации, что в принципе таки есть, мы видим, что ценники повысились, дефицит видеокарточек еще увеличился. Уже сейчас видеокарточки от AMD выше от RRC на 74%, хотя плюс-минус совсем недавно было всего лишь 64, усредненное число. У Nvidia уже 70%, хотя было 59%. И причем, чтобы вы сразу не удивлялись, не говорили, что это где-то там, это отчет не только немецких ритейлеров, это касается всех развитых стран. Развитых. И если подобная тенденция будет продолжаться, ну то есть поставок будет меньше, потому что меньше видеокарт, дефицит, то, к сожалению, ну, скорее всего, к началу четвертого квартала... Октябрь, ноябрь, декабрь мы увидим, что от RRC ценники вырастут в два раза. Ну то есть плюс 100% стоит, допустим, 1000 баксов в RRC, будет стоить 2000 баксов. На все указывает именно тенденция роста. До сих пор розничные продавцы не дополучают ни RTX 360, ни RX 6600 XT. Пожалуйста, перед вами таблицы цен на карты AMD. Это одни из самых востребованных видеокарт, ну и по понятным причинам. А если говорить за те же RTX 390, 3080, их найти еще сложнее. Причем это как касается и RX, как 6900, так и 6800. Но вот Nvidia здесь сделала небольшую рокировочку, чтобы увеличить свою прибыль, скажем так, и увеличить количество поставок. Ну, как бы странно это не звучало, учитывая то, что я сказал до этого. Они перекроили, как я вам уже объяснил в этом сюжете, один чип с RTX 3070 Ti, то есть J104, ну, условно, скажем, в J106. То есть отбраковка уходит в RTX 3060. Так что, если смотреть на ситуацию с Nvidia, то тут более-менее адекватная цена только на карточку RTX 3080 Ti, которая дороже от РРЦ на 30%, а то и менее. По остальным картам уже сложнее, там 50% и выше. Возвращаясь к компании AMD, стоит сказать, что они уже заявили неоднократно, что они будут работать только с высокопроизводительными видеокарточками, потому что таким образом они смогут удовлетворять и спрос общий рынок, Общий рыночный спрос и в то же время получать максимальный профит. Что для компании является, наверное, самым основным. Но к сожалению, даже это не сможет удовлетворить рынок. И вот вам статистика по ранее указанным магазинам: сколько и чего было продано из графических процессоров за 37 неделю. 72-85% от Nvidia, и 27% ушло на AMD. И все это еще усугубляется недавним повышением цен от TSMC. Извините, пожалуйста, но теперь закупаться у нас всякими детальками, полупроводниками, чипами и так далее. В общем, вы поняли, всей этой мелкой электроникой вы будете уже в плюс 20%. Так что, извините, допустим, то, что было за 1000 долларов, теперь будет за 1200. Просто чисто для ориентира. Но вот Apple здесь договорились явно получше, потому что им бабочка составит всего лишь 3%. Это, ну, как бы вы, вы поняли. И более того, помимо кремния есть еще другие проблемы, оказывается не так давно повысились другие редкоземельные ресурсы. И кстати, если вам будет интересна эта тема, вы напишите в комментариях, я ее освещу в отдельном сюжете более подробно, ну если вам интересно. Но ребятки, на самом деле есть информация о том, что не все так и плохо, но об этом я вам расскажу уже в следующий раз, в следующем сюжете, думаю к 23 году немножко рынок да попустит, но до него еще нужно добраться и дожить как говорится. На этом ребятки, у меня для вас все, но не все на моем втором. Игровом канале, который, как всегда, вас ждет, чтобы вы посмотрели, расслабились и так далее. Кайфанули, так сказать, потому что все эти новости по видеокартам, ценам и так далее нагнетают. Ну, а чтобы не нагнетало, милости прошу на второй канал. Ну, а с вами, как всегда, был Хьюман, и, как всегда, кайфовой вам игры.